Владыка, чтобы благословил, приглашаю слово сказать. Мы ждем. Ждем, говорят, ждем, Владыка, ждем, когда. А? Ждут все, когда начнем. Ну, то есть, я думаю, что не надо. Иван. Так. Чай. Первое послание к Тимофею. Хорошо запомните. 5 глава, 17 стих. Когда вы прочитаете, не торопитесь уходить с него. Еще раз прочитайте. Это очень важно. Это эпиграф жизни для всех священников. Когда Дмитрий Ростовский стал собирать данные, а кое-что из разных источников, получил 12 книг жития святых. Указаны, когда были, где сейчас они похожи, говорят, ну это фантазия писателя. Примем как есть. Но главное, что ко всем 12 томам он взял один эпиграф. Послание к евреям. Поменяйте наставников ваших. Вот если бы на этом закончил, тогда бы никто против не говорил. Но у него запятая стоит. Которые проповедовали вам Слово Божие. Запятая. И взирая на кончину жизни, подражайте вере их. И оказалось, что в житии святых я их насчитывал, составил симфонию на житии по милости Божией. Это решилось как, где, о каком-то событии. И оказалось 1517. Если по одному брать, то там Амфим Никомедийский. Я отклоняюсь немножко, но показать. Только Амфим Никомедийский. А почему? Когда я был в Синоде, в Америке, в Жернобиле, там выступал по разным городам, и спрашивали, что бы вы хотели пожелать русскому человеку, который здесь находится? Что пожелать? Исаия 13 глава, 14 стих считайте, написано, каждый побежит к своему народу. Не отсюда в Америку, а оттуда. Отовсюду, где куда сбежали русские, вас почему никто не толкает? А я был в 92-м году, уже прежний режим до свидания сказал, много их пришло. А если какой-то придет американец там с семьей, тут в газетах трезвонят, а тут туда ушло около 3 миллионов. Маленько-то надо. Взирай на кончину их, что проповедовали Слово Божие. Ко всем, 1513, сколько, 17, я еще 147 нашел житий святых по настольной книге священнослужителей, 2-й, 3-й том, по благословению начиная патриарха Пимена. Дополнители, которые были канонизированы. 147 человек. Ну, данные вам никогда не потребуются, но знаете, что они попадают именно под ту статью, но они канонизированы за то, что они мученики. Его терзали, мучили, а он... На своем стоял. Я верующий, я христианин. Так, вот здесь мы видим, что апостол Павел говорит, взирая на кончину их, которые проповедовали вам Слово Божие. 1513-17, как колеблется это. Только 5 человек попадают. Во всей России за 1000 лет 5 человек только попадают под этот эпиграф. Вот где трагедия. А почему? Вот вы так, когда будете говорить, я уже не все говорю, задерживаюсь, чтобы не прогнали. Тут батюшка знак даст мне на замок. Так вот, если мы будем смотреть, что кончина будет, и весь мир подойдет, как считаем, в 3-й, 4-й, 3-й книге Ездры, будет такая, что будут от болезни издыхать, от страха, от войны, и правители скажут, возьмите власть. За одного мужчину все меры ухватятся, лишь бы имя называть его. Все переколотит, никого нету. Это в 7 раз больше будет невест. Я беру из разных мест показать как. А кто это может выправить? Сегодня невыправимое. Мы приближаемся к самому концу. И вся история, все об этом говорит. Вот видели, может для вас это ничего не говорит, что я держал фуражку все время в руках. Фуражки такой больше нигде нету. Один человек много пострадал, и сейчас у него тяжелая операция, но только одно. Сделайте завещание на свою фуражку мне. Вы видели ее? Показать снова? Нет, я видел. Еще я раз покажу. Сидите, не уходите, пока я хожу. Я рядом. Всю литургию держал, так на занятиях везде. Почему? Это немая бессловесная проповедь. Сколько в мире государств?
Вот сейчас спроси, ни один не ответит. Это я определенно уже знаю. Но я работал во флоте, служил в морфлоте, в мореходном высшем училище учился. И все флаги мира нам должны были знать. Корабль идет, только глянул в бинокль такого-то государства. За всю историю мировую это единственный флаг, который является высшей проповедью о Христе, о жизни вечной. Это я выступал перед мусульманами, там шейхи, мулы, там разные, кого только нету. Я спрашиваю, что это означает? Ни один. Мне приходилось выступать перед огромными аудиториями, как вот Академгородок Новосибирский, в Москве, во всех городах. Ни один не знает. Триколор, я говорю, что означает? Я много выступал, работал с милицией, у нас 5 районов в Барнауле, городской и краевой УВД, 750 офицеров сидят. И я показываю им, что это означает. Ну, на рукаве у тебя есть, посмотри. Там у немцев было там поломанный крест, свастика называется, приносящий счастье. И нас отправили. А это не отправить никуда. Это единственный план. Так это было в Парижской коммуне. Да, было, вот так вот было, да. Это власовцы. Власовцы взяли готовое. Вот я сейчас буду говорить, а сразу напружинься так и скажи, я не согласен. Человек рождается в крови. Так. Дальше идет борьба всю жизнь. Устоять. Кого-то ученики там обижают, сокращается жизнь, это все убийство. Это не купили. Не покоряется родителям, ребенок бежит из дома. Это укоротение жизни. Это кровь. Дальше. Мышляйте о горнем, а не о земном. Это речь идет вверх. Это земля, это небо. И 21 глава, 10 стих Откровения. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от которого бежала земля и небо. И наступил страшный суд. Это история мировая. Я прошу, попробуйте опровергнуть. Пока еще ни одного человека не нашлось. Я буду ссылаться на Слово Божие, показывать, кому дано Бытие 12.3. Главная ошибка, на ком погибли многие. Почему? Народ Божий, избранный Богом, был Авраама. Проклинающего будет проклят, благословляющий будет благословлен. Мы должны Израиль на первое место вывести. Почему? Потому что мы все от него получили. Великое то, что вам плотским говорит. Он духовным, апостол Павел говорит, поделились. И он Израиль, пришедшего к нему Спасителя, распял. И мы ежедневно в молитвах на первом месте их. Обрати их, Господи, чтобы они поняли, не Машиах, который придет, будет 3,5 года править миром, и придет конец. А тот, который пришел, которого не узнали, которого распяли. Это на нас обязанность в молитву. Я не могу туда. Мне сколько раз уже эти путевки оттуда бесплатно приезжайте из Израиля. Зачем? Зачем? Чтобы на вокзале там оборовывали. Я в больнице буду лучше. Единственное, чем мы от народа можем отличаться, это теплой, горящей молитвой о Боге. Я не знаю, как у вас, где, ну, я могу сказать, по благодати Божией я получаю письма со всего мира. А, и с Афганистана, и с Японии, из ООН. Помолитесь. Из Англии. Где-то делает тяжелую операцию. Вот, она просит. Но я говорю, вот что не молятся в Германии. Молятся, но сказали, вот вас Бог слышит. Я говорю, слушай внимательно. Так, ребенку уже операцию начали делать. Уже рядом. Он умрет на 7-й минуте. Она чуть не вскрикнула. Единственный внук у нас, ну почему? Я не сказал, что так будет, а вариант. Я не буду просить ему ничего, кроме, да будет воля твоя. Мы не знаем, кто это будет. Вы выпросили его, выпросили, а теперь обоих он подставил родителей, пошел и убил. Почему отец его наказал? Рядом у нас Торменко. Расстрелял, закрыл одеяло, пошел в школу. Только сестра хватилась на тех денег, где родители пришли. Это история мира. Поэтому от нас требуется полная, абсолютная, не на 99% подача Богу, а на 100%. Он отдал все, и кровь свою пролил, страдал на кресте. Меня он искупил. Ты все время повторяешь за то, что говорит, усвой то, что там было. Ты говоришь, это мировая история. Нет, это я там был. Это мой грех, мое непослушание, мое противление. Мое я мешало Господу царствовать. И поэтому я являюсь тем, кто распинал и бил бичом его. Вот о чем я насчитывал Златоуста 12 томов, когда еще советская власть была, и распространил везде.
У меня 53 примерно аудио насчитаны. Это благодать Божия делает. И вот возвращаясь на прежнее. С чего мы начали? С того, что будет строгое взыскание от Бога, начальствующих. Строгое взыскание, это книга «Премудрости» говорит. А какие начальствующие? А все. Вот я скажу, ты начальник. У начальника должно быть 6 признаков. Научитесь, если я повторяю. Это называется лидер. С большим трудом. Множество жертв было на войне. И сели ученые и узнавать, как так? Убили полковника, а выскочил, повел бы так у сержант. А где остальные-то были? Подполковник, майор, капитан. Где они? Оказалось, они не лидер. Лидер вот, который выскочил и повел туда. Вот. Вы каждый будете лидер, если будете обладать вот этими 6 свойствами. Первое. Воображение. Ты пошел за Христом. Для чего? Да я не знаю, принял крещение, родные все ополчились, с работы выгнали. Прямо мне пишут такие люди. А ты что думал? Мираторг тебя, теперь торжествуй. Я со Христом. Он всесилен, он даст тебе работу лучше, все будет другое. Так меня муж выгоняет, что я в платке вот так вот одета, как временное. Он будет искать этот платок после тебя. Я молитву вставлять буду. Один муж так, когда заботился, она остался женой-то. Но она видит уже не удержать его. И тогда говорит, ты вспомнишь, как была у нас свадьба? Да, все помню. Ну, я вижу, не сходимся характером. Ладно, ты меня помнишь, на третий этаж на руках поднял. Я сейчас прошу тебя, мы расстаемся, я не против. Сделай тоже. Принеси меня. И когда он начал нести, он понял, там еще где-то не тряпки. Она вся уже изошла, один костяк. Последние дни жизни. И она поставила ее на колени. Нам нужно увидеть с ближнего, как мы ему помогли. Какие мы были в начале. Вот я сколько разговаривал с людьми, я уж старался там бросить курить, не могу там выпить, опять сорвался. Не можешь ты сорваться. У нас в православии главное, что грешник, супергрешник, архигрешник. У нас все это есть. 40 раз Господи помилуй. Бог не глухой. Он говорит, воззови ко мне, я услышу тебя. Бог будет судить нас по Библии, а не потому, что люди придумали потом. Я сторонник собора, все правила каноны, все это симфонии составлял. Но Бог будет, 14.28, считаем мы Евангелие от Иоанна. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Помните все, у лидера должно быть воображение. Ты пошел куда? Ты думал быть этим или нет? Как один. Я никогда не думал епископом. А когда посмотрели, у него давно там уже скупейка епископская, и чемодан денег приготовлено. А все я не знал. Ну, вот-то. Николи же думал. Говорит, вот теперь Николи. Первое, воображение. Ты думал замуж выходить. Ты вообрази, что дальше будет. Апостол Павел говорит, будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Мужья знают дорогу, а ведут не туда. Почему? Молодую ищет или еще что-то. Ну, короче, так. Останьтесь, как я, подождайте, Павел говорит ко мне. Воображение, поехал сюда. У нас в России, в Российской Федерации, разрушено до основания пустые места. 81 тысяча населенных пунктов. Нас на колени не надо ставить, потому что лежим. Как один в грязи лежит, говорит, нас на колени не поставишь. Нас и ставить не надо. 81 тысяча, это населенный пункт был, и школы, и там почта была, и земля обрабатывали. Ничего этого нету. Сорняк. Это сейчас новые русские, которые появились, не которые там, а вот такие, как у нас здесь. Милостью Божией, вот у нас крайне сидит. Староста деревни. У каждого было полгектара земли, потом 4 гектара. Сегодня он обрабатывает 1200. И какая техника? Вы были в том складе, он раза в 4 меньше того, который новый стоит. Со всей технологией. Вот таких-то людей много ли? Так вот, я даю данные, чтобы вы ужаснулись, какое состояние у нас. В первые 4 года после свадьбы, после регистрации, разводов 84,6%. На 1000 браков 846 дребезги. Кто детей воспитывает? Кто? Нургалиев был такой здесь. И вот выступает, даже министр был тогда внутренних дел и говорит, в стране без призорников 3,5 миллиона. Я проверить не могу, но сошлись на эту цифру. Миллионы, говорит, в гражданскую войну было меньше.
Ну, а что ты, а что я сделаю? Однажды был у нас конгресс интеллигенции здесь, лауреат Нобелевской премии, там был Жозе Сан-Пьеро. Ну и дают всем там 10 минут, а мне только 5 минут. Но я за 5 минут наложу не по ним, а за 10. Почему? Информация. И я тогда стал говорить, скажите, а что вы сделали для того, ну, цифры есть, да, все ужаснулись, ну и дальше каждый свою чашку. Что вы сделали, чтобы этого не было? А что делать? Ничего не сделаешь. Сделаешь. 2.18, послание Якова, он говорит, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. А то нельзя, наоборот. Павел говорит, больше всех потрудился, был там, так, на гонение, и в конце концов показывает, подражайте мне. Я не могу этого сказать. Если что сделал, только благодать. Но в это время, в 72-м году, Потеряевка рухнула, последний человек уехал, наш отец. У него 10 детей у нас было. Последний дом. 82 тысячи населенных пунктов. Это первое поселение на религиозной основе, на вере. Таких брошенных больше не было. А были пробы? Много. Я могу называть, где были. У нас в деревне один такой был. У него один приехал, 28, кажется, грузовых машин только было. Двухэтажные дома строить начали. Сколько у Глушкова там? Года два побыл, все бросил, сюда приехал. А что, воровство, пьянка, разврат, разводы. Все рухнуло. И статьи большие пошли тут. Вот мы тут, а нас тут попасть пересчитать можно было. Итак, первое, воображение. Ты думал строить? Она больше как ничего не думал. Думаю, приедем, поживем здесь. А получилось, что надо еще... В Белом доме в Москве побыть, батюшка из Петкабры там потоптал. Был у них там, у нас там Глеб Якунин провел куда надо. До этого голосовали в Корчино, в сельсовет, против, не давать Потеряевки. Туда все средства пойдут, и рубля не дали. Но средства, да, от нас уйдут, не дадим. Но когда вернулись, все депутаты уже проголосовали за. И вот тогда официально стали делать электричество, подвели то другое. Воображение. Второе, знание. Вот ты говоришь, я решил быть летчиком. Ну вот вообрази, ты будешь высоко летать. Здесь мотор отказал, вышел, подергал за шнур-то заводить. А там нечего дергать. Тебя уже потянуло и не остановишься. Воображение, второе, знание, а третье, умение. Ты знал, что надо будет строить. Какие нужны были здесь? Питонщики, печники, прикольщики, кровищики. У тебя есть хоть один такой? Ладно, батюшка все это умеет. Тут в каждый дом он вложил уже свой труд, который после приходили люди. Вот почти в каждый. Воображение, знание, умение. А почему мы не можем? Серапима спрашивает, Серапима. Он говорит, не хватает у вас решительности. Саровский ответил. Вот решимость. Дальше это. Пятое будет. И что? Беспощадность. У верующих, ну да. А вы не считали разве это? Считайте 15-е деяние и далее. Апостол Павел говорит, Марк, который отстал от них, будущий евангелист, он отстал, а потом опять, когда они вернулись, дорогой бросил, вернулся, носилки неси один. Апостол Павел встал решительно, нет. Но друг его Варнава, который ввел его в круг верующих, когда они боялись, что Савл это был, он тогда взял его, он ему племянник, а это взял в силу и пошли вдруг направление. Златозный, хорошо, что два светильника в разных местах. Я беру моменты, которые писали. И он пошел там в Сирию, в другие места, и стал проповедовать. Беспощадность. Бросил один раз. Ты можешь это сделать и другое. Ищи другого. И последнее, самое трудное. Я вот знаю, у нас есть люди, которые обладают пятью качествами. Шестого не может добыть. Шестое качество. Не упадите. Привлекательность. Его даже нет там человека. Даже умрет он. Но весь я не умру, как писал Пушкин. Вот это и есть, это пророческое, про того, кто будет надеяться на Бога. И Бог это сделает. Привлекательность, что его нету, а он все время в центре событий, которые совершаются там, где он был. Его заочно не растоптать. Наоборот, он умер, теперь поминайте, взирая на их кончину. Наоборот, он только возрастает теперь. Я еще более всего мешаюсь сам своим трудам, потому что я рядом. Вот так вот выступил. Еще он берется доучить нас. Мне 86-й год идет. По возрасту я могу выпросить это разрешение сказать. И более имею благословение уже, чтобы сказать. Не отступите. Итак, возвращаемся к первому. Апостол Павел прямо говорит, это первое, это,
послание к Тимофею, 5 глава, 17 стих. И особенно заботьтесь о священстве, поминая, которое проповедовали вам Слово Божие. Мы опять возвратились на то. Почему? Самое высшее, что есть на земле, это спасенная душа. Целый мир вот сделает деревья, земля, все золотое. За нее никто не умирал. Бог сказал, а Богу разве следит какое? Потому что он, да на золото, дьявол говорит, не, руку не простирает, а человек только серебролюбится. Что нужно сделать? Помолиться. Помолиться крепко, с доверием. Господи, если ты мне посылаешь этот крест, я пойду. Вот сегодня сейчас нас фотографировали. Так. А гонения уже все повторяют отовсюду, рядом. Вы знаете, сколько мест выступал Жириновский Владимир Вольфович? И сегодня больше половины было за это время только. Дальше у него есть что о России, он прямо говорит пророческие слова. А вы согласны? У него нет ни одного об обращении, он сам не знал. Он говорил то, где проливается кровь. А кровь проливает кто? 8.44 Евангелия Тианы говорит, человеку убийца и лжец сатана. То есть его, видимо, дьявол говорил, кто-то будет с Украиной, у него все это сказано было, и прямо выходит и выступает. Ну, вы знаете, был такой человек один, который хотел многое сделать, свергнуть эту власть. И что у него получилось? Арестованный пнул где-то офицера. На 40 отправили, а он дорога отравленная. Как бы поехал в Германию, встречает как премьер-министр. Это все Жириновский стоит и говорит. И он пришел, что он не хотел, его пинками загнали. Дальше он по-своему все пытается делать. Его арестовывают 2 года. Он там начинает опять же мучить 5 лет. И в последнее время ему уже было не 5, не 10, а уже 18 натянуло. А Жириновский сказал, этих людей нужно ссылать на север, где ворона падает от мороза. Или выгонять за границу, или смертный приговор. О ком я говорю? А? И вдруг внезапно на север отправляют его. И внезапно он умирает. Кто это? Навальный. А? Навальный. А вы знаете, что пророчество Навального, что такое? Собирались люди, стрижка у нас, стрижка овец, а там у них праздник был. А, знаете, далеко, у него 400 воинов, когда он бегал от Саула. И он узнал, там и посылает посыльных, чтобы... Мы же охраняли вас, у вас везде разбойник, у вас ни одна вещь не пропала. И как кому он пришел, а хозяин это был Навал. А Навал переводится с сирийского, безумный. И он говорит, да много вас от царя бегает, вам всем наготовься где. Навал, ну, это окончание, суффикс. Давиду, когда сказали, он сразу же под ружьем. И сразу двинул туда. Уничтожить до утра все, чтобы ни одной скотинки не осталось. А жена, когда узнала о виде себе, она немедленно нагрузила ослов и к нему навстречу. И пала под ноги и говорит, прости ему, он Навал. Навал, что значит безумный, Библия говорит. Это который умер здесь, это безумный. У него ничего не было, кроме лжи. И Господь мгновенно свел, там как хоронили, кажется, вся Москва поняла. Сейчас никто нигде не вспоминает, ни один день. Почему? Кто это сделал, я не знаю. Почему так было, я знаю, без Бога. А без Бога все на волосинке висит. А у человека что? А ничего не было. Стали открывать его банковые счета, там и жене, и ребятишкам, и везде. А так, к примеру, все говорю. Ты решительно порвал с этим. Поэтому не цепляйся за копейку. Что нужно, то Бог тебе даст. Ты работай, труди, десятину плати. Я вот сколько раз говорил священству. Вы верите, что вот ваш храм ну, поступает правильно? А как же? Я тут священник. Так. А как ты думаешь, если Христос сегодня пришел, в Библии написано вчера, сегодня во веки тот же. Он посмотрел бы, и вы торгуете. Он что, вас подгладил бы или как? Веревок-то еще хватает. Это не просто его... Веревки там были, а как пишет человек, который знает, и говорит, ремонт шел храм, он сплел, написано, бич, и оттуда стал их опрокидывать, выгонять. Сколько попали бы сегодня? А на чем мы должны жить? На десятину. У нас, видели, торговой точки нету, а это все-таки 30 лет, ни рубля, нигде, чтобы с тарелкой ходили, пока десятина. И с батюшкой спросите, умирает от голода, нет. А тут всего только 2 человека платили десятину. Да. Десятая часть того, что есть. Я говорю конкретно. Вот сколько у меня известно священники сделали это, вытащили во двор. Наконец, говорит, вытащили, это старый жид присосался к нам. И этот ящик все спалили, говорит. Сейчас платят десятину, он говорит, несколько раз больше получает.
патриархию отсылают, сколько оставлено. Но когда сказали, заберут деньги, Симония, то сразу придумали, а у нас не продают, а добровольное пожертвование. И главное, крещение, добровольное пожертвование 3000 рядом. Если полное погружение, то есть попал, то 5000. То есть торжище идет, а торжище это что? 48 глава, 10 стих, пророк Иеремия говорит, проклят, кто дело Господне делает небрежно, проклят! И проклят, кто меч Господень удержит от крови. Вот эта вся зараза с Украины приползла. И когда меня спрашивают, как вы смотрите на события, которые там сегодня делаются, я сделал ответ, они меня сажали буквально. Я говорю, вы завезли всю эту заразу, только ладошкой мокрой и все крещеный. Где вы это видели? Где вы видели, что капли, он уже видно, что Олег Синяев его там крестит, вот такое бедро держит, какой-то уже обритый, видно, готовый завтра умирать пойдут. И он ладошку там чекает, и воду затылок ему сюда капает. Где вы видели это? Это проклятие приползло сюда, нас живет, ждет та же самая история. А меч, то есть молиться о победе нельзя, потому что это меч Божий опустился. И проклят, кто меч Господень держит от крови. Когда я сказал о мире, в Украине нельзя даже просить Бога, там поднялись, они сейчас все утихли. Я сказал не из-за чего-то. Бог говорит это. Последнее, решительное, что требует от нас, это последнее такое отношение, чтобы человек был приятен. А приятность, возможно, когда поймут, как много ты сделал для Бога. Что тебе Бог открыл. Ты можешь рассказать другому. И бывает на небе радость, а об одном кающемся в грешнике. Об одном. А когда гонят, ты даже не знаешь, что такое гонят. 5-10 Евангелия от Матфея прочитай. Будут поносить имя ваше, как не угодно Господу. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. За это награда однодневная. Поблагодарили, батюшка доволен. Кто-то помогал от всех. Спаси Христос, сестра дорогая. Но там написано. Велика награда, если ты добровольно это примешь. Сколько поносителей будут злословить всему свое время. Все взойдет. Я говорю о том, что нас коснулось конкретно. Мы живем в необыкновенном месте. Такая красота где-то. Эту красоту, Господи, почему ты не открыл другим? Ведь 81 тысяча населенных пунктов исчезли. Ну а были? Ну были, которые познакомились с Германом Стерлиговым. И он сказал, надо делать то-то, покупать корову. Я, говорит, выехал, купил на Бремесе, а куда молоко дену? Деревни-то нету. Он меня обманул. Он тогда и говорит, засмеялся прямо. Чтобы делать то, что я делаю, тебе нужно хотя бы 3-5 миллионов долларов сначала положить. А у тебя Алиса это и дело. С чего начал? Сначала надо набрать, обмануть, а потом ты можешь строить. А мы приехали, ничего нету. Даже топтать глину с соломой, голыми ногами топтали. Да ладно, соседи тут... Григорий был, он как главный зоотехник, узнал, вы что, ребята, делаете? И какую-то лошаденку там, чтобы не брали, она не очень хорошая, он списал, сдохла. И к нам приехал человек здесь, наконец, лез, снял седло, сказали вернуть, а это вам, как нам? Батюшка знает. Теперь мы на коне, да как нам завидовали. Однажды он прибежал, как коровёс, как он... Батюшка любил его. Ну что тут, он прибежал прямо не так, а ему на веревке там был привязан, штырь железный воткнули. Воткнули. Да это оторвалось это. Я взял этот штырь, взял веревку и поехал в краевое управление милиции. Расскажите, вот там специалисты, это нет, говорит, это только умышленно, потому что это сверху пришло. Говорит, ни в бог, ни куда. Видите как? Ну, ладно, слушай. Я попутно говорю, батюшка. Еще погода теплее будет, они поедут. Если Господь нам это показывает, не умолкайте, начинайте свидетельствовать о Боге. Будет спрошено, как ты сеял? Вышел сеять и сеять. Так он не вышел. Не вышел. У нас здесь есть Мещеринов Петр. Слышали такого? Игумен. Ему подчиняются все молодежные круги, кружки, сказать, Московского патриархии. Его никто не трогает нигде. И он говорит, 85% нашего богослужения не имеет никакого отношения к Библии-то. А народ стоит и понимает. Страшные слова. А вы как считаете? Считаю правильно. Я еще плохо слышу. А все равно я стою, кланяюсь, я кланяюсь. Я благодарю Бога. Но он-то это знает. А можно ли что-то сделать? Нельзя. Вот сидит перед вами священник.
никаких действий не принимать, только для вас, чтобы знали. Я говорю, ты считаешь притчи Соломона, 30 глава, 5-6 стих? Все же он не считает. Написано, всякое слово Господа чисто. Он щит, уповающий на него. И дальше. Не прибавляй к словам его, в большую букву, дабы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. К словам его, что-то может не Божье, а это конкретно. Я говорю, молитва, много молитв. Но если одна молитва, молитва какая? Отче наш. Он знает, считает дальше. Последнее. Ибо твое и царство, отца и сына, остановись. Где там, открой, где? У Матфея, у Луки нет отца и сына Святого Духа. Это Ари вас напугал до смерти. 2000 лет не опамятуетесь. Отца и сына Святого Духа, зачем на сыну там? Вы когда защищаете, читаете молитву, как Господь учил-то. Я же говорю, где? Это Христовые уста произнесли. Молящие не говорите лишнее, говорите вот так. Отче наш, сущий на небесах. Отца и сына Святого Духа не было этих слов даже вообще. Зачем делаешь? А что я сделаю? Ничего не сделаешь, а ты и не делал. А что сделать? Вот мы бы, если были там, ну, в первую очередь, постарался бы через патриарха побеседовать. Когда готовилась встреча у нас, а тут это популярная болезнь, и ответили, в данный момент встретиться не можем. Я вполне мог быть с ним, побеседовать. И вот когда, я говорю, разные там собирались где-то, и говорили, какая вопрос, проблема, я проблема исключил слово, а как, нерешенный вопрос? И какой нерешенный вопрос? А вы что называете проблемой? Ну вот тут, раньше была объединяющая идея, пролетарий всех стран соединяйтесь, а сегодня нет, я говорю, она есть. Какая? А сидят-то, я говорю, там лауреат Нобелевской премии, профессора, академики, огромный зал, ну где? Академгородок на Сибирске. Это не Ленинский город, а здесь главный центр знаний идет. Я говорю, вы это знаете? Что Господь нам сказал? И когда начинает дальше говорить, что нужно было бы в первую очередь делать? Дети. Все дети, да мы... О, дети, правильно. Я говорю, воспитанные. Конечно, воспитанные. Я говорю, во Христе. Так у нас и мусульмане. Во Христе. Там, так а мы буддисты. Во Христе. Дети воспитаны во Христе. Вот он, если у нас кто-то приехал и раньше я вам не давал, у меня здесь даже есть где-то, подождите. Визиточка моя. И вот из визиточки там указаны все наши интернетные данные. Если у кого нет, а было или потеряли, то вы найдете все здесь. У кого нету? Есть, это дети воспитаны во Христе. Посмотрите, кому-то еще дайте. Так, у кого нет? У кого нет? Все есть. Там все, дети воспитаны во Христе. Дети воспитаны во Христе. Вот национальная идея, которая объединит людей и которая сделает Россию великой и славной. Так? Так, а это все наши данные на обратной стороне. Итак, сегодняшний день. Вы про Пима Никомедийского знаете? У него была какая община? 32 тысячи человек. 32 тысячи! И когда я был в Америке, и спросили, храм-то еще не было оборудовано, 92-й год, только-только было. Когда было гонение, предупредили. Большой самый храм, это как стадион какой-то. Даже вообразить нельзя. И вот все будут сожжены, если не принесут жертву. А рядом куски мяса, курица три ножки, положи и иди. Женщина одна выскочила. Задержать. Она бежит с ребенком, дверь не закрыла. Куда бежишь? В храм. А ты знаешь, что сегодня такое испытание будет? Знаю. А ребенка куда тащишь, чтобы со мной на небе был? Ой-ой-ой. 20 тысяч человек сожгли. 12 тысяч осталось. Они после таким же путем пойдут. 32 тысячи – это единственный человек, который возвел всю паству. 32 тысячи – никто не отрекся. Я когда был в Синоде, в этом, около Нью-Йорка, в Нью-Йорке, кажется, я попросил, помогите нам, чтобы наш храм назывался в честь святого Фима Никомедийского. Я рассчитывал жития святых, я хорошо всех знаю. Итак, мы подражать можем ему? Только в уме. А почему мы избрали его? Потому что я образовал детский лагерь, говорят, ничего нельзя сделать. Его директор был 45 лет. Без помощи государства надо непогоды. Я хочу непогоды. Второе, кормить надо, чтобы было интересно, чтобы никто не потерялся, не заболел.
Я 45 лет без помощи государства. Тысячи детей подняли, которые отдыхали у нас, были с родителями, лагерь был совершенно не подражаем в этом вопросе. Могли бабушки, дедушки быть, и 53% содержали за свой счет, а остальные у нас максимальная плата была в 4 раза дешевле минимальной государственной. Мы должны были работать год, чтобы туда вложить, накупить, и люди находились, которые помогали. Без них ничего бы не сделать. Притом помощники очень хорошие. Прокурор края, генерал-лейтенант, губернатор, мэр города. Это даже сказать нельзя. Вот обычно, когда политические деятели, ну, пишут где-то там такое-то, там что-то в Википедии, то дальше ничего не написано. Родился там. А у нас мэр города пишет, прямо о нем пишет, религиозное православие. Мы с ним были близкие, близкие, знакомые. Вот каких людей Бог дает тебе помощь, когда ты ему доверяешься. Итак, пусть вот это останется в памяти, что были здесь. И помните, что Бог будет спрашивать со священства, написано, это ровно 100 раз упоминается слово, как там стоит здесь, начальствующий полностью. 100 раз упоминает Библия слово начальствующий какой? Начальник вот, должен обладать этими качествами. И с начальствующим, премудрец Соломон и говорит, будет строгое взыскание на суде Божьем. Да вот тут не могу бросить. Два момента в жизни человека всего надо только. Первое, родиться свыше. Третья глава, мы считаем об этом. Родиться свыше. Было или не было? Ну, я... Можно ходить, свечи зажигать, причащаться и быть неверующим. Почему? 8 глава, 9 стих, послание к Римлянам, апостол Павел говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Мы с одним шли с человеком, да как так? Да я сколько лет причащаюсь. Там не спрашивают, на суде причащался. Кто недостойно причащался, он ушел. Многие боли немало умирают. Это причащается в могилу путь человеку. А как Господь говорит? Крещу в воде, а идущий за мной будет крестить духи. Вы читали это все? Иоанн Креститель сказал, получил ли ты крещение Духом Святым? А как это что? А вы зарядите в интернете крещение Духом Святым. Отец Геннадий Фас в моем доме обратился из Менонитов, немец. Бывший преподаватель молодой физики, математики Томского университета, ФАСТ. ФАСТ, отец Геннадий. Он где-то выступает, там говорит, и говорит, я, не знаю, я обратился, а мой духовный там наставник, отец. Он в моем доме был. Один раз только встретились мы. И к 5 утра он буквально все оставил. И стал православным. И, ну, считали о нем, да? Все, благодарю. Все, останавливать надо. А почему? Потому что тут океан. Конкретно, зарядите. Крещение Духом тебе делать мгновенно другим. Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси на дни твои благ. Не лиши нас и небесного твоего царя. Моя Бога среди учеников твоих пришел, еси спаси мир, да я им. Приди к нам и спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыка, благослови. Славим Бог, милый, бедай нас от своей богатой даруса, благодатью и человеколюбием. Всегда ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Исполняйте Господа. Грешный, супер грешный ничего не дает ему. Это доказывать не надо. А что, рожденный от Бога? От Бога? Рожденный от Бога. Рожденный Духом Святым. Сестры, спасибо, что накормили, мы поели, дай Бог здоровья. Спасибо. Спасибо, что позвали. У нас хорошие отношения. Это вот что-то. У меня вышли. Спаси Христос, да. Раньше была там это... Санэпидемстанция, а сейчас Роспотребнадзор. Значит, должна у вас быть горячая, холодная вода, туалет должен быть там с унитазом. Это же норма. Все. На кухне должно быть плитка, все выложено. Хотел в том году к вам приехать, но в том году что-то у Владыки не получилось. Собирались. Ну, мы собирались, там еще и пандемия, это что-то как-то было. Ну да, что-то в том году собирались, да. Я же первого Владыку Сереге пригласил. А потом я...
спрашиваю его, владыка. Ну, я говорю, можно нас владыка Антония тоже? Конечно, приглашаю. Приедем обязательно. А оказывается, его вызвали, он там на этом. В Санкт-Петербурге было это все ответить. Да, там. И кого там еще епископа вроде такой до Горно-Алтайского. Меня уже тоже. Вот полагаю. Я всем говорю, у меня даже будут два, говорит. Ну что, ладно, пойдем. Будем сами или?